Привет всем! Вот как все зазеленело. Только пошло тепло, и травка сразу так, ух, как ковер. Классно. Так, еду на одно поле, так сказать, секретное. Везде, конечно, уже сеют вовсю, но не все культуры стоят в одно время, так что есть еще поля, которые стоят не засеяны. Поедем туда поищем. Но решил срезать кусочек пути, поехал через лес, выехал, а здесь такая вот красивая полянка, сейчас покажу. Грех не походить. Минут 40, часок побегаем, посмотрим, может быть будут советики, а может быть еще чего-нибудь. Одному Богу известно, что здесь есть. Но дома есть полуразрушенные, советские, но может была деревня на деревне. Походим, поищем, а потом поедем дальше. Да, расскажу вам одну интересную историю, как в начале 19 века деньги делали из кожи. Да-да, из кожи, кожаные деньги. Так что смотрим. Вот такой вот вид открывается взору. Эта часть деревни уже практически вымерла. Думаю, мусора будет много. Очень много. Копанка. Водичка там, наверное, есть. Русалки, все такое. Как здесь, ух, вот где чистый воздух, не то что в городах. Пойдемте поищем, может быть, хотя бы советиков нароем для затравки. Гоу-гоу-гоу. Проезжал вот такой вот фигвам, не мог не остановиться, с виду как юрта. Все из глины, был каркас из дерева плетенный. И вот такая вот изба. Сейчас посмотрим, как внутри. А вот так. Как же сюда можно было влезть-то, а? Жесть. Вот это домик. Зато, наверное, в нем было тепло. Поехали дальше. О, окно в Европу. Круглое. Выкопал уже с десятка два пробок. Вот очередной такой же сигнальчик. Но это у нас не пробка. Вот, смотрите. Я уже чуток рассмотрел, но еще не трогал. Вот какая-то такая штука. Обломок чего-то, какая-то накладочка, в песочке лежит красиво, хорошо. Ну, первая находочка более-менее, так что заберем. Заберем. Кружу здесь, сходим с вами туда, до копанки. Может быть, люди купались. Теряли кольца, все такое. Вот был сигнальчик. Некрасивый, но загадочный. Бил как советик. И вот у нас... Вот, смотрите. Вот у нас гурт. Не знаю, слышно вам, какая-то птица кричит так. Иди сюда. Что это у нас? Это у нас 20 копеек. Да, красиво копать в песке. Это тебе не чернозем с кучей химии. 20 копеек 1948 года. Ранние советы. Смотрите, какая красивая патина, шоколадная. Так бы и съел. Ням-ням. СССР. Красотень. Забираем. Травка зеленеет, солнышко блестит. А мы с вами копаем. Вот с этой ямы был такой сигнал, похожий на аську. Так звенят разные кольца. Металлические, бронзовые, медные. Где-то я видел. Где-то я видел. Во. Колечко, колечко, кольцо.
И что, простое кольцо? Ух ты, нет, это с часов. Ничего себе, какие были часы. Старинные, наверное. Бронзовые, вот это да. Да, если б такие найти. Целое это все. Гуляй, рванина. Круто. Вот такая вот находочка. Я думаю, что это были карманные большие часы. Смотрите. 2,5 пальца. Находка. Забираем. Во, в эти края, наверное, приезжают отдыхать те, кто живет на одну зарплату. Вот это уже, наверное, 20-я тарелочка. Это, я так понимаю, эти тарелки, по которым стреляют охотники. Жрутся и стреляют. Бэм-бэм! Вот такая вот тарелочка. Это более-менее целое. Там вот уточка нарисована. Нет, не находка. Не берем. Во! Сколько здесь таких улиток живет или жило. Да, но не об этом. Вот был у меня сигнальчик. Искал очень долго. И вот у нас монетка. Конечно же, это 5 рублей. Две копеечки. Хотя 5 рублей Николая где-то такие же по размерам. 2 копейки, 1952 год. Здесь вот так вот. СССР. Состояние песочное, красивое. Прям как бамбук. Красиво. Сколько их тут. Может, там есть дикий кабан? А с другой стороны у нас лес. Вот это здесь жить было красиво. Но и стало колхозом, и деревни начали вымирать. Так, был у меня сигнал. Был у меня сигнал. Я его уже нашел. Потому что думал, как всегда, мусор. Здесь таких сигналов много. Это монетка. Что-то она очень светлая для такого сигнала. Ох, ничего себе. В таком состоянии. 20 копеек 61 года. Вот вам и песочный сохран. Ну, эта сторона похуже. Первый раз нахожу, чтобы часть монетки была такой светлой. На черной земле такого нет. Все в хлам. Находочка. Забираем. Был интересный сигнал. Точно не совет. И вот он наш. Вот он наш сигнальчик. По всей видимости, это конина. Достаточно толстая. Может быть, здесь и цари будут. Но буду уже идти к авто, так как хочу еще сегодня попасть на поле, потому что посевная меня ждать не будет. Забираем. Вот-вот-вот. Конечно, бы было прекрасно, если бы так находились царские монеты, но вот смотрите, одна, по всей видимости, это пятак. И вот вторая.
Это кто-то сел на пенек, съел пирожок. Так, секундочку, это у нас копеечка 74-го. Это у нас чего? Так, сейчас копеечка 74-го и пятачок 61-го. Все, буду ехать отсюда, так как время не ждет. Итак, друзья, слушаем историю про кожаные деньги. Да, кожаные, из кожи. В начале 19 века американско-русская фирма выпустила 10 тысяч единиц таких денег. На общую сумму 42 тысячи рублей, но это не важно. В обиходе они были до 1826 года. Были там и копейки, и рубли, и 25 рублей. Если вам интересно, вставлю в видео, так сказать, фотографии этих денег, посмотрите. Ну, конечно, до наших времен сохранилось очень мало таких купюр. И в данный момент их стоимость меряется так. Сколько весит данная купюра, назовем ее так, потому что больше она похожа на купюру, чем на копейку. Сколько она стоит в золоте. То есть купюра весит 2 грамма, значит она стоит как 2 грамма золота. Вот так. Кому пришла такая идея, я не знаю, но интересно. Факт есть фактом. Кожаные деньги. Бежал себе тюлень, никого не трогал. Тут тебе вот, хрясь, хрясь. И наделали денег. Так, поедем на поле. А вот наше поле, наконец-то мы доехали. Вот видите пятна, это были дома. Я уверен, что здесь уже ходили. Ну а вдруг? А вдруг? Пойдемте. О, смотрите, какую штуку нашел сверху. Это наконечник копья. На мамонтов ходили. Вот сюда стрелялся черенок. И, блин, бежишь за мамонтом, хрять, хрять, в кошелку и домой. По периоду, я думаю, ранние советы, поздний царизм. Что это за штука, если честно, я не знаю, хотя такую уже не раз находил. Если кто знает, подскажите, просто интересно, какой-то, наверное, инструмент. Но не об этом. Был у меня сигнальчик красивый, и вот у нас... И вот у нас монетка. Я уже, если честно, убедился, что это монетка. Прям носом в ямку тыкал. Потому что батареи немного, чтобы не снимать разную каку. По всей видимости, это 3 копеечки Николая. Секунду. Вот такая вот красивая монетка. Состояние неплохое. Год 1882. Когда сделали эту монетку, они даже не догадывались, что через ровно 100 лет появлюсь я на свет. Вот такая вот монеточка. Забираем и поружим. На соседнем поле уже трактор чего-то делает. Был у меня сигнальчик один в один, как тот. Где ты? Где ты? Ага, вот. Только какая-то она ущербная. Что-то она, может, просто какая-то кака пристала. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тот же год, 1882-й. Но этой монетке так не повезло. Я даже не знаю, чем это так ее сожрало.
Такие белые пятна остались. Какой-то грибок-поедатель монет. Но все равно заберем. Будет в кучку какаликов. Был сигнал, заслушаешься. 42, стабильный, красивый. Ни шаг влево, ни шаг вправо. Где-то видел, вот. Вот-вот-вот. Иди к нам. Покажись. Ты кто? Так. Не вижу. Секунда не помогла. Не знаю, даже теряюсь в догадках. Монета не идеально круглая, значит старая. Что это, я не знаю. Попробую почистить, потому что спать не буду, есть не буду. Будет интересно, похудаю. Но мне это надо. Будем чистить. Если чего выйдет, вставлю обязательно в видео. Если не выйдет, то все равно напишу. Интересно, что это. Ну, наконец-то. Не прошло и полгода. Уже песни начал петь. Все равно никто не слышит, где же наша находочка. А, вот. Через камеру плохо видно. Какая-то маленькая монеточка. Била не очень красиво, но чисто. Иди к нам. Наверное, одна, вторая николашки. Не вижу. Не вижу. Сейчас. Вот это нежданчик. Одна, вторая копейки. Но не Николая, а Александра. Походу Александра Третьего. Не знаю, видно вам или нет. Чуток подогнуто. Вот так. Но мы ее выровняем. Положим, нагреем. Шмяк-шмяк. И все, и ровная. Вот это неожиданно. Классная находочка. У меня еще нет такой монетки в хорошем состоянии. Это вроде бы нормальная. Только выровнять. Почищу. И обязательно то, что получится, вставлю в видео. Класс, класс, класс. Классная находочка. Продолжим. Что-то я сегодня не рассчитал батарею. Так, где наша находка? Вот. Вот, вот, вот. С одной стороны било красиво, а с другой стороны не очень. Но монетка. По размерам. Две копеечки. Сейчас смотрим. Две копейки 1869 СПБ. Орел у нас вот такой. Ну, состояние чуток лучше среднего. Заберем и покружим. Все, друзья, иду к авто. Уже скоро будет солнышко садиться. Вот наша находочка. Да, и батареи уже совсем ничего. Что это у нас? Что это у нас? Я не вижу. А вы? Секунду. Это у нас 2 копейки 1891, если я правильно увидел. Состояние, походу, неплохое. Все, иду, друзья, к машине. Если чего еще найду, попробую снять, если батарея с нами согласится. Пойдемте. Фух. Так, друзья, поехали домой. На сегодня уже хватит. Те места, которые проверить хотел, проверил. Насколько это удачно, судить вам.
Сегодня я чуток расстрою тех любителей, которые любят смотреть не весь ролик, а только финишное видео на лопате. Снимать не буду, так как батарея сказала I'll be back. Да и долго искать находки в сумке. Короче, не об этом. Спасибо, что смотрели. Кому понравилось, ставьте палец вверх. Кому не понравилось, пишите комментарии грозные. Обсудим. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Еще увидимся. Удачи вам!